Всем доброе утро. В Лазаревском сегодня замечательная погодка с утреца. Посмотрел, температуру уже 18 градусов. Ходят по-разному. Кто-то в футболках, кто-то в одежде. Вот там вон, видите, да, сцена. Надпись Сочи. Герб Сочи, солнышко. А это значит скоро день города. Фикусы в районе Ангела вот тут вот подросли немножечко. Красивые стали, еще более краше. Ну а мы с вами отправляемся к тюльпановому дереву. Александр сегодня мне подсказал, что тюльпановое дерево уже зацвело. Точнее, вчера подсказал вечером. И вот теперь по его, так сказать, наводке хочу показать вам тоже. Ну и сам посмотреть, конечно же. Магнолию, знаете? Вот такая вот она нынче. Зеленая, просто листва, ботва. И ничего более. Да, факт свершился, как говорится. Дерево действительно зацвело. Вот это тюльпановое дерево находится прямо около отделения полиции. И вот, насколько могу, покажу вам тюльпанчики даже с одной осой. Точнее, пчелой. Вот такая вот красотень. Большие желтые цветочки. Ну, на этом немножечко прервемся. Встретимся там ближе к морю. А может быть, покажу улицу Павлова, не знаю. Ну что, продолжу. Ой, блин, у меня аккумулятор садится тоже. Ну да ладно. Тогда коротенько. Прогуляемся по улице Победы. О, поверь, по Павлова. К морю. Вот, пропустили, слава богу, не задавили. И то хорошо. Как видите, утренние часы здесь. В принципе, все закрыто. Время где-то 8 с копейками. А народ еще дрыхнет. Но вкусно пахнет пирожками. Всякими печеностями. Это вот здесь вот пекут, я знаю. Чебуреки, пончики. Всегда свежая выпечка, это действительно так. На Павлова все чистенько, красивенько. Столовую почему-то перегородили, а покрасили, ребята тоже подготовились. Все готовятся. У всех на носу, как говорится, сезон. Чирикают птички. Ну, как бы вот так. Наверное, поэкономлю аккумулятор. Встретимся там ближе к морю. Итак, ребятки, мы уже в районе Ротанды. В районе кафе Прибой. Светит солнышко. Пешеходная зона. Заезд только для спецтранспорта. По-прежнему стоит вот это вот табло. И не табло, я не знаю, вывеска. Сочи. Зеленеют кустики, а девушка никуда так и не ушла. Зато у нее розы уже, видите, как или нет, петунии какие-то там цветут. Причал меняется с каждым днем. Обратите внимание, перила уже выставлены гораздо-гораздо подальше. Уже за вот тем наблюдательным пунктом. Кто-то готовится купаться. Загорающих уже много. Рыбаки тоже присутствуют. Теперь пойдемте проведаем море. Каково оно? Море чистое, но слезой я его в этот раз не назову. Надо было пойти действительно к маяку. Там-то уж получше наверняка. Люди уже загорают. Ну, купающихся лично вот сейчас, сию минуту, я не наблюдаю, честное слово. Кстати, я, наверное, выбрал не самое удачное местечко. Тут вот видите, чуть-чуть примесью песочка, поэтому море не такое чистое. Там он дальше прозрачное, хорошее. Ну, вы видите все сами. Скоро будет еще круче. Ждем причала. Всем доброе утро. Всем пока.
Приходите мочить ножки, как вот женщина пришла, вот, даже не разуваясь, точнее, разулась, не раздеваясь, прям так вот, в шляпе. Погодка сегодня отличная, кто его знает, может быть, я решусь наконец-то занырнуть, как говорится. Но не факт. Посмотрим, что там будет, как днем. Ну, ноги помочить могу, это да, это однозначно. Всем доброго утра.